А мы ведем прямой репортаж сервера, фан-сервера Сампа, нашего официального, где вы можете видеть, мы едем на поезде на огромной скорости, за нами летит Якуб, вот. Женя Сирфыч, три ника сразу в одном человеке, он летит прям я вообще подержу. Круто над нами, прям пых-пых, пыщ-пыщ, и сейчас мы летаем, бля, это был крутый тайм-код, я специально достал запись ради этого, вот, бля, ну реально охуеть. Ага. Это мне напомнил почему-то «Назад в будущее», хотя там самолетов не было. Теория. Бля, Женя, красавчик, еще скорость держит. Ага. Жень, ты про. Че вообще? Стоп, удержишь? Ты удержишь? Или я, ты про меня забыл совсем? Нет, не забыл, просто я тебя забыл. Какой же там айди опять? А Илья, ты заметил, прям на носу стоит чувак. На носу стоит чувак, ой. Это значит, не получится на байке, мы проверяли, я одного чувака уже пробовал. С вами там Стив. Машина! Впереди! А... Мы зацепились за машину, ты видишь? Ну, это было норм. А, все, норм. Там еще на монстры катаются за нами. Так, ладно, 31 ID ТП. 31 ID ТП. Назад, Илья, быстрее, быстрее. Подожди, 16 ID ТП. Да блин, не получится на байках, вы тупые что ли? Ту-ду-ду-ду-ту-ду. Кто там морская звезда, а? Блять, да, на лодке. Чем они все тают? Он на лодке чуть не удержался, ты понял, да? То есть на байке они все сразу падают. Ебать. Стоп, он летит дальше. Охереть. Окей. У меня уже палец болит. Бля! 10 ТП. У меня, сука, все нахуй ломается уже. Ёпта, блядь. Ебаный самолет, а! Блин, это круто. Я а, я вот ремонтировал! Не спамьте. Блядь! Все нахуй. Они идиоты, они хотят на вертолетах попробовать. Я еще как-нибудь. Меня хотим. 14 ты, да? Да. Йоу. Hello. Ой, я захотел. Блин, да эпично просто. Я, блин, не представляешь, я 20 минут вас орал, телепортнись на меня, потом думаю, чего вы меня не слышите или игнорируете, я смотрю, у меня этот микрофон выключен. Тебе не надоело кататься там, кнопку вперед жать, нет? Я уже, наверное, минут 40 тут так катаюсь. Сколько? Минут 40. Тебе не надоело? Нет, мне нравится. Мне нравится дрифтить на вертолете. Ладно, я телепортну первый, иди так уж и быть, потому что он блатной. Ёб твой, блядь! Пока. Пока. Идиоты, ты понимаешь, что я телепортнул второй поезд? И у меня вообще до сих пор трясется все. И я забыл ID Щербинина. Нет, нашел. Это нормально, я сам-то... Вы поняли, что я один поезд на другой телепортнул? Давай еще раз повторяй. Сейчас, подожди, меня долететь до... Блядь, долетел, ёпта. Будем фото-фото. Чока-чока, бурито-бурито. Ай, меня поезд твой раздавил. Алкаш ты. Ну, кстати, разгоняется очень долго. О, идиот? Чё? Я тоже на носу появился теперь. А, нормально. Крут? Это же крут. Ну, наверное, да. А, блин, не могу на вас посмотреть, это долго, смотри. Давай сейчас я тормозну, всех телепортнем и поедем. А, ну давай. Да, но только на открытом, ладно? Или хотя там остановка здесь скоро будет. Мы в ЛС доедем, я остановлюсь, и мы как станция поедем. Нравится на текстуры смотреть. Так, а давай скажем место, чтобы они сами пришли, а то не телепортируют, если вот лень. Я торможу, все, вот. Меня не забудь телепортировать. Что взорвалось? Что взорвалось? Бог Аполлон, что? Да. А где вы собираетесь в ЛС-то сидеть? Ну, около ВЛС, как сказать. Ну, ВЛС там, какая станция именно? Там их много, как. Красивенько. Есть подземная, давайте там, где Идлвуд рядом. Нет, ну там, которая, там спаун вторых левелов на РП сервере. Кнопка скрипит. Вторых левелов на РП, давай, ладно, я сейчас туда. Щербинг, ты главное не вылезай из поезда. Я не вылезаю. Ни при каких обстоятельствах вообще. Я сижу. А то... Ребятки. Ну ладно. Мне уже страшно от того, что я вижу. Мне нравится, как можно набивать дрифт-скор на вертолете вообще без палива. Кстати, да, классно. А чё машина, ты? Да, мясо еще то. Куда я пропал? Пропал этот поезд. Вон еще один стоит, сейчас я попробую до него добежать. 19.
19-й, Щербинин, ты я, Щербинин. Круто, он пропал, Щербинин, этот поезд. Меня сейчас убьют. Не убьют. Понятно. Саня, сейчас все серак будет просить ТП-шнуть. Блять, вы заебали. Я не могу всех одновременно ТП-шнуть. О, читер, читер. Читер, андивар. Четвертого бань. Илья, слышь? Четвертого бань. Бан. Чит. Чит. О, слышите, бан. Поезд тут стоит на станции. Да, мы уже сели, там кто в нем сидит. Да, я второй. Я второй беру. Очень тихо ехать, ты телепортируй всех. Может, он пропадет иначе. А! Илья, слышишь? Что? Второй поезд подъехал. Ну заебись, чё. Выбираем весь народ. Я был 20 км в час. Это Саша подыгнул. Да ёб твою мать, ну как можно быть таким дебилом? Блин, остановись разульку, я доеду тебя. Слышь, напиши Павлу Грачёву, чтобы он убрал вертолет. А где он? Он прям рядом со мной, друга! Ебать! Он меня бьет постоянно своими лопастями. Ну я чё могу сделать? Можешь его кикнуть за то, что он пидор с вертолетом. Скажи, что ты. Блять, я кажется за поп. Нормально было, нет? Я кажется, поезд телепортнул на Щербинина. Ну да. У нас двухэтажный поезд, это норм? А там все остались стать. Сука! Он реально заебал. А, потому что я Спайка телепортнул на нас. У нас теперь конвой. Да это бесполезно, блин. А, ну ты молодец. А, все, разгоняемся? Ну погнали тогда все вместе. Подожди, слышь, не едь больше 100. Спайк, затормози чуть, я разгонюсь, и мы вместе поедем, как будто двойной поезд. Разгонись, блядь, я ебнулся тут. Поехали, поехали, разгоняйся. 100, едь не больше 100. Я не могу больше, не больше 100. Я не могу лететь. Так. Надо кнопку дрочить просто. Не, почему я зажал и все? Стоп. Женя, ты летишь? Да. Фига ты. Где? Я один сижу, блин, со Спайком. Нет. Там догоняйте меня быстрее. Народу много. Щербинин, не слышь, не гони по тоннелю. Притормози чутка. Нет. Щербинин, не давай, сзади стоит. Не гони. Сука, как ты бесишь-то! А! Напишите этому пидорасу Павелу Исаеву или как он там. Спайк, разгоняйся. Павел, какой у него ID? Давай его сейчас кикну. Павел 66-й. Вот четко вы, Щербинин, у тебя выпал чувачок из этого. Из кабины, ну как? Да и он прям под мои это колесики. Разгоняемся. Я тебе кривой. Похуй, он понял меня. Разгоняйся ты, кикни Павла Грачёва. Я друг. Кикнул, все. Он так. Реально, бля, просто... Подмином, помеха Щербинин, подмином. Не гони! Щербинин, телепорт. Ты давно не едет, ты понимаешь? Щербинин, здорово, я с тобой. Ты со Спайкером, да, ведь? Нет, да. Я сейчас с Щербинином теперь. Ты у меня. Бля, нет. Щербинин, ну я почему ты начинаешь не гнать, только когда ты заезжаешь в тоннель, сука? Так, а я давай прикольнемся, телепорти Женю к себе. Ха-ха, блять, ничего, знаешь, что будет? Не гони, ну Щербинин, ну ёпта! Жень, это трудно и нудно. Сука, пидор! Дай мне, я не могу тебя догнать! Он 100 максимум летит! Резко, Женя, ага. Мне еще надо постоянно управлять этим говном! 224! Жень, бери самолет, не парься. Ты нос побольше наклони. Ага. Да уж, больше. Ряды там норм? Ну, как сказать? Учитывая, что меня весь сервак, все 65 человек просят телепортировать. Как-то не очень. Я пол записи у меня проходит с меню админки. А ты записываешь? Полкана, короче, да. Меняет. А, Черпини, ну ты тупой, я не понимаю, просто. Илья, ты видел, да, кого телепортировал? Я... Полка. Нет. Да. Бля, Щербинин, ты можешь... 32, 55. Машина. Они, по-моему, криво тпшатся и падают там, не важно. Эй! О! Отлично, я телеп... Блядь! Пока. Не портируйся, стой. Стой, ты идиот! Норм! Я боюсь двигаться. Тихо. Блин! Короче, Щербинин, я упал с... Понятно, ты урод. Щербинин, я упал с твоего поезда и попал на поезд к Спайку. Я понял. Норм. Норм. Я хочу, блин, на нос попасть. Как я там? Как я прибежал так, что... А, хорошо нос. Монстр, газель. Почему в меню спауна нет самолетов?
изи лага. О, господи. Я ты можешь пить? Я сделал что. Да они, блядь, они тпшатся и падают, меня это бесит. Я не могу никого телепортировать. А еще Рубин потихоньку скорость сбрасываем. Отпусти просто эту клавишу. На завтра я сделаю. Все, до свидания. Мы тут катаемся. Угу. А, да, о, смотри, слышь, 58-й читак, ты пышнулся вертолет, пипец. Блин! Окей. Короче, Щербинин, доедешь до СФ, соберем там народ. Так, ты видишь, как выйти из России? Я лично перескакаю. Ты пойдешь не меня, пожалуйста? Подожди. Это не поможет. Тогда ты пойдешь на меня и пни меня, а потом... Ты пойдешь на тебя, пни меня? Что? Да, я потому что с РС тачкой закупил. Ой, я себя не могу. У меня есть еще в запасе много стихов и я писем. Не могу затормозить. Саня, быстрее на сервер заходи. Да, мы пишем, во-первых. А во-вторых, у нас тут клевый пиздец происходит. У нас теперь зап... Что? Ёбнутый что? Здорово. Илья тут? Тут я тут. А у нас теперь в запасе много стихов и песен, кого-то это колбасит. Сейчас будет ДТП! 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 Ёп! Все ко мне. Норм. Поехали. Щербинин, блядь. Нахуй вы друг с друга встали, отъедьте кто-нибудь дальше, кто-нибудь вперед. Сколько уже пишет? Сколько уже пишем? Давно уже пишем, уже минут 15, наверное. Это... Громче-то не забыл? Не забыл, нахуй. Короче, ребят, вы сейчас слышали тихую серию от Ильи. Да, я пошел делать все громче. У этого. Короче, мы собрали немного народу тут, совсем чуть-чуть. Не прибавили звук? Да. Кто меня выкинул из этого? Сейчас, все-таки продолжаешь? Я, да, продолжаю. Илья, срочно бань этого. 63-й. Так а чё он едет, он ведет, похуй. А чё я-то? Да нахуй ты нужен? Ладно, какая разница, главное, чтобы поезд ехал. Вы идиоты, что ли? Меня припортни. Всё, не надо. Бля, я слетел. Блядь. Всё, началось. Тормози состав, баранку. Да не надо тормозить состав. Крепче за баранку держи, шофёр. Щербинь, тебя телепортнуть? Нет, я тут. Окей. Ну, короче, это моя идея. Ебать нас народу на автобусе. А ты-то где, Илья? А я дома. Надо быстрее пополнить броню и жизнь, а то меня сейчас вынесут, ну. Все. Но все равно, народ, блядь, у нас при ТП было столько же народу. Сейчас... Смотри, сейчас все начнут падать, начнут ныть в чат ТП-ТП. Сейчас начнется. Это нормально, у меня ХП нету, но я бегаю. Нормально, чит включил просто. Митори. Такие у нас хуйни происходят на серваке в свободное время. Но это только малая часть, потому что официально КВ еще не было. Ребятки. Ребятки, полите вы свои... в каком городе вообще? Полите свои ники, сейчас будет там... минута славы. Алло, вы в каком городе? А, я не, нихуя не могу телепортировать. Перезахожу. Там чувак горит, это нормально? Ходу алло, там. В каком вы городе? Жень, засни хуйца. Не могли бы вы сообщить? Ну все, началось ТП-27 ID, КИК 63. Ёп! Наши дорогие зрители говорят. Мы стали уже с кустами! Говно! Подонки! Кстати, Илья, в натуре, может, скажете какой-нибудь в городе? Подъезжайте. Мы скажем. Так, а куда мы подъезжаем? Я не ориентируюсь. Сань, куда мы подъезжаем? Щербинь, куда мы подъезжаем? Я, блядь, мы в ЛС едем. О, да, мы в ЛС едем. Там читак, по-моему, сейчас летал все на машине. Хотят. Да, да. Все меня хотят. 52-й. 52-й? Подонки! Да. Мрази! Мне нравится, Саня сейчас издалека орёт, откуда ты? Нормально он орёт, близко, я бы не сказал. Эй, у нас тут сборище у нас тут.
уёбку каких-то. Так! Блять, нахуй вы тратите моё хп, вы заебали. Так хочется. Щербинин. Можешь сказать где вы? Блять, мы в тоннеле, ёпта. Где вы, лес? Мы в тоннеле. Вы там остановочку маленькую сделали. Да, может мы будем останавливаться на городах? Только у нас ведет нище ебаное, поэтому. Пород, блять, скорости на ну, ёб твою мать, а. Подожди, ведет нище ебаное, я правильно понял? Не знаю. Кто ведет трамвай наш? 30... О, Дима, по-моему, 358. Блять, я не вижу его, иди. А. 53-й Дима. 53-й, да, Дима. 50... Можно я за руль сяду? А, да, 6-3, да, все. Дима. Дима, пока. Я сяду, окей? Садись. Я проебал тут сук все. Ой, привет. Блять, это вовремя. Блять, он сейчас пьёмнет. Блять. Бля, ёб вашу мать, проебали поезд. А Щербинь тоже сдох? Нет, у меня сам завис полностью. Так, может мы успеем от тебя? Нет, не успеем. У тебя сам завис в красивом месте. Ладно, кто там еще может быть? Я буду ТПшиться на всех подряд. Я тоже вот не знаю, что хуйня сейчас. О, недалеко. Какой? Я тоже. А, на 52-й. Но мы на меня, может, что какой-то. Илья, на подожди, меня. А поезд пропал. Ой, кто-то спиздил. Телепортни меня. А, нет, вон он стоит. Все хотят спиздить. Какой, блять, Форстер? 14, как обычно. Ну я, как обычно, я не могу запомнить, это круто. За рулем 8-го выкини как быстрее. Подожди, блядь. Я сначала сяду. Блять, надо сесть. Куда разогнался? Я успел сесть. 8-й, да? Короче, вы в поезде. Бля, Рашид. Я его взорвал, хуя. Блять! Вы понимаете, блядь. Что мы взорвали? Да хули тут все грейшится. Ёпта, нахуй. 8-й сдох? Наверное. Что-то это была плохая затея, наверное. Блять. Зачем вот всех, вот я не понимаю, зачем всех кидать вот неадекватных пацанов? А ты Ира можешь различить? Я вообще никого не кидал. Я. Что? Садись, ёпта. Иди нахуй. Я найду человека, у которого... Бля, я телепортировался на чувака, он меня раздавил сразу. А, ты телепортировался на Женю случайно? А? Жень, ты меня раздавил. Ты не мог на меня телепортировать. Да, только Педро Кастило телепортировался, и я... Поезд-то, ёпта, где? Так я не знаю, где. Я еду по железной дороге, его не вижу нихуя. 145 хуя еще. Короче, ладно, это была серия... Пока. Серия несбывшихся шоу. Надежд. Да. Шоу больших пионов. Как там, Сань, твое шоу сам, как это называется, ты ж... Булкин сам под вечер? Какой, блядь, Булкин сам под... Ой, я нашел поезд, ребят! Где? Ну, оно в Форт Карсон. А, он занят. Короче, ладно, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, заходите на сервер, который находится пожалуйста, в описании. Пожалуйста, будьте адекватными ребятами, и не то, что вот это вот не то, что вот то, что происходило на экранах, видите, адекватно, да, вот мы такие ивенты. Мы пошли снимать смешновки в GTA 4. Нет. Который вы просите. Да. Нет.